Всем привет, меня зовут Уилл, и вы смотрите канал «Шекспир плачет». Но это не какое-то там интервью, это анонс новой рубрики. Новая рубрика, как называется? Нет, не угадали. Новая рубрика называется «Портрет российской киноиндустрии». Да, громко, да, смело, но мы хотим отразить то, что сейчас происходит на рынке. Такого в России, ни в Советском Союзе никогда не было. Сейчас растет эта индустрия с такими темпами, что такого просто еще не видели. Это дико интересно. Здесь есть возможности для всяких разных профессий, людей, для новых направлений, для того, чтобы Россия вышла еще громче на международный уровень, и чтобы вам, российским зрителям, можно было гордиться все больше своего собственного производства. Мы, как переводчики в Eclectic Translations, заняты тем, чтобы переводить частично этой продукции. Но я заметил, что, несмотря на то, что я работаю над картинами, я работаю с разными режиссерами, продюсерами, все равно я какой-то немножко наивный. Ну, не знаю я детали этой индустрии. Я решил, что раз есть блог, то я могу узнать об этой индустрии изнутри способом интервью с людьми из всех разных частей области. Будем разговаривать с водителями, светильниками, нет, в общем, узнаю даже, как они называются по-русски. Разговариваем с актерами и актрисами, с режиссерами, с продюсерами. Все-все-все, от А до Я. Я хочу узнать. Я хочу, чтобы вы смогли со мной вместе узнать побольше про эту индустрию. Может быть, вы найдете работу там. Может быть, вы найдете новое направление для творчества. Может быть, вы станете гордым ценителем российского кино. И я считаю, что это надо. Я считаю, что это пора. Я хочу вам помочь в этом. Я хочу, чтобы вы мне помогли в этом. Как вы можете мне помочь? Это моя идея, моя затея. Плачу за это все я. Съемка, монтаж, продвижение, все стоит денег. Здесь нет никакого коммерции, здесь нет никаких спонсоров. Я просто считаю, что этот проект нужен и будет интересно. Если вам тоже будет интересно, если вы считаете, что надо поддерживать такое, то заходите на сайт sponsor.ru, и там будет как раз возможность поддержать нас деньгами ежемесячно. Заранее вам спасибо, потому что вы делаете это возможным. Если нет спонсоров, я это все равно сделаю. Просто сложнее будет. О чем мы поговорим? Мы поговорим о том, что сейчас происходит. Что сейчас хорошо делается, что плохо, куда двигается этот рынок, кто его двигает. Как можно быстрее, лучше менять на лучшую. Мы услышим байки, анекдоты, отличные воспоминания. Мы услышим надежды, мечты. Мы услышим все, что вы хотели знать или даже не знали, что хотите знать о киноиндустрии. В том числе и сплетни наверняка. Да, и надеюсь, что будут подсказки, как сам что-то делать, как сам что-то производить или как стать частью этой индустрии. Все-таки это искусство, это и бизнес, это красота. А самое главное, почему я? Потому что я люблю учиться новому. И потому что я, как человек рядом с кино, но все-таки не частью, глубокой частью его, кое-что знаю, но много чего понятия не имею. Я хочу это узнать вместе с вами и выйти на новый уровень понимания, вместе с вами. Пример моей наивности. Мне друзья, продюсерская компания, с которой мы близко работаем, пригласили на Кинотавр еще несколько лет назад. Там еще знакомые продюсерской компании пригласили на обед. Пришел я на обед, знаю только один человек, она сидит напротив, и к нам и присоединяются люди. Один человек сидит рядом, говорит, что это актер, актриса. Спрашиваю, в чем ты играла? Может, мы субтитры делаем, может, я что-то видел? Она называет проект, который мы буквально месяц назад закончили субтитрировать. Я на нее смотрю,
Я смотрю на моей знакомой, я на нее еще раз смотрю. Я такой: да нет, ты же не была в этом фильме. У тебя какой роль была? Она говорит: главная, главный герой. Главная героиня? Неважно. И это случилось еще два раза. Еще два раза. Почему, я хочу узнать, человек на экране выглядит так, а живем рядом с тобой, сидя, выглядит совершенно другое. Я хочу узнать про эту индустрию. Я хочу много больше понимать, как, что, зачем, кто и так далее. Я думаю, что вам тоже будет интересно узнать всякого такого. Вопрос следующий. Когда? Уже скоро. Начиная с конца ноября, первое интервью в рубрике «Портрет российской киноиндустрии» появится на канале «Шекспир плачет». Welcome.